Так, пока, уважаемые граждане, пока готовится протокол регистрации для делегатов, прошу внимания, президиум рабочий, прошу вас, Петров Владимир Владимирович, начальник управления летних видов Центра сборных команд города Москвы. Савелова Вера Александровна, начальник отдела аккредитации Федерации. Прошу сюда, Андрей Анатольевич. Ушел? Да. Какие предложения? Значит, почетный президент Козин Юрий Евгеньевич, есть предложение. Предлагайте кого? Да. Дмитрий Владимирович Пересов. Сейчас подойдет. Садись. Наш почетный гость Юрий Иванович Захаревич, как вот? Юрий Иванович. Дмитрий Владимирович. Юрий Иванович. Подойдет. И наш великий ветеран Верховский Владимир Яковлевич. Аксакал, старейший сегодняшний наш. Ну, если не возражаете, Владислав Михайлович будет секретарем, естественно, он будет вести эти дела, надо тоже где-то присутствовать. Есть другие предложения по рабочим президиумам? Достаточно? Так, сейчас Владислав Михайлович доложит. Из действующих членов Федерации, пожалуйста, Владислав Михайлович. Сколько здесь присутствует? Из зарегистрированных 107 членов Федерации присутствует 77. Кворум есть, включая две доверенности. Внимание. Значит, по поводу доверенности сразу хочу... Согласно пункт 48 конференции ФТАР, передача избранным делегатам полномочий не допускается. Пожалуйста, если нужно, выписки ФТАР. Поэтому доверенность мы с вашего позволения пока отложим в сторону. А кто живые 77 будут голосовать? 75. Уважаемые друзья, форум есть. Какие будут предложения? Открыть? Голосуем за начало нашей конференции. Кто за? Надо повестку. Значит, у нас один человек отсутствует по причине своего кончины, безвременной кончины, Кипов Амирбин Михайлович, наш соратник, который 10 дней назад где-то трагически умер. Поэтому хочу начать с минуты молчания. Прошу поздравления.
уважаемые коллеги. Итак, форум есть, рабочий президиум. Утверждаем, кто за данный рабочий президиум, прошу проголосовать. Нам нужно выбрать комиссию по регламенту, 3 человека. Значит, сенатору Светлана Владимировна предлагается комиссия. Предлагаю на Надежду, она может быть комиссией у нас, Перелыгина, по регламенту? Пока не может, пока не может. Алексей Безбородов. Алексей Безбородов, есть предложение, пожалуйста. Да, вы как-то вот давайте... Нужно что, время? Ну да, засекать время, чтобы не нарушался регламент. Да. Сколько человек? 3 человека? Или 2 хватит? Хватит 2. Доверяем 2 человекам. Голосуем за данную комиссию по регламенту. Кто за? Против? Воздержавший? Нет. Уважаемые коллеги. Счетная комиссия. В прошлый раз хорошо считали. Нуждин Александр Иванович, Дмитриев Александр Вячеславович. Кто был в ответе? Тушев. Вы не возражаете эту опытную группу, мы снова если следим как счетную комиссию. Доверяю, разные группы поставляют. Пожалуйста, счетную комиссию где вам удобно, можете вот этим вот рядышком все трое подтягивают, пожалуйста. Кто за данную счетную комиссию, прошу проголосовать. Так, уже начинаете считать уже. Ручки, бумаги. Юрий Иванович, пожалуйста, 50. Нет, вы... Уважаемые друзья, итак, счетная комиссия утверждена. Повестка дня, вы видели на сайте все, повестка дня предлагается. Отчет о работе президиума за 2016 год. Будет доклад президента и несколько содокладчиков, вице-президенты. После чего будет дана оценка работе и дальше определение основных целей и задач на развитие человека-детки на 17 год и разные. Понятно. Определение основных целей и задач на 17 год. Ну, по идее, план работы на 17 год. Такое интересное. Кто за данную? Есть дополнение в данную повестку дня? Есть. Внесение изменения в устав по поводу пункта избрания президиума, состава президента, вице-президента, члена президиума. Потому что, как показал опыт предыдущей работы, президиум в составе 29 человек – это не рабочий орган, хотя он должен быть постоянно действующим руководящим органом. Он не собирается раз в 3 месяца, потому что невозможно обеспечить кворум занятых людей, и они не обеспечивают направление работы федерации. Да, это вопрос разный. Это не разный, это разный. Это вопрос исключительно компетенции общего собрания. А подготовленный вопрос или просто носит? Носит. Да, значит, повестку дня. Нет, повестку дня. Изменение в устав. Текст. Это мы должны объявить об этом. Мы текст будем сочинять или он готов предложение? Как это готов? И кто же не обсуждал? Проект. Мы для этого и собрались, чтобы... Нет. Хорошо, давайте к третьим вопросам, перед разным, включаем вопрос о изменении в устав. Там же будем голосовать, смотреть. Возражений нет? Нет. Сейчас устав еще. Так, кто за данную повестку? Итак, 4 вопроса. Нет, у нас еще один пункт. Предложение. Опять же, на основании опыта предыдущей работы, особенно по прошлому и прошлому году. Предложение обсудить вопрос
который был выявлен на основании работы 2015-2016 года, доверие к президенту спортивной федерации тяжелоатлетики города Москвы. И это внести после заслушивания отчета и обсуждения отчета. Значит, тогда давайте так. Отчет. Отчет. Доклад. Доклад за докладой. Нет, мы утвердили порядок. Да. Значит, это дополнительно. Давайте голосовать. Тогда голосовать. Мы утвердили. Тогда давайте голосовать. Голосовали за повестку. Включаем данный вопрос, предложенный Саней Михайловной, в повестку дня или нет? Два вопроса. Два вопроса. Сразу включаете? Оба вопроса. Да. Будем голосовать за оба вопроса? Тогда первый вопрос – это изменение устав, которое еще не подготовлено. Надо их готовить, объявить народу, чтобы народ тоже принимался изменения. Я первый раз. Нет. Это проект. Проект, хорошо. Второй. Тогда вносим, что будем менять. Но не сегодня, а просто будем готовить. Такое можно. Что мы делаем? Подготовить предложение, раздать членам. Рассмотреть вопрос об изменениях, тоже получается вопрос. Не сегодня устав меняется. Уже вопрос о том, что этот вопрос требует. Да, пожалуйста. Давайте проголосуем повестку по пункту. Вот и все. Не надо опыта. Да, давайте тогда. Первый, второй, третий, давайте. Первый пункт. Отчет о работе, доклады и содоклады. Голосуй. Кто за данный первый пункт? А мы его как бы принимать и не принимать? Давать оценку. Давать оценку. Оценку работы, да. Окей, мы говорим тут, мы говорим, как обычно. Голосование. Да. А голосование будет тайное. А почему? А кто вот это сказал? Давайте за все голосования, за все голосования. Это реально, это потом. Да, потом это попадет, пойдет все. Уважаемые коллеги, второй вопрос повестки дня. Предлагаю тогда включить вопрос об изменениях в устав. Рассмотрение изменений в устав. Предлагаемые голосовать вам. Вторым вопросом, кто за данное, прошу проголосовать. Огласите, как звучит. Да, мы будем обсуждать этот вопрос. Мы сейчас не будем устав менять, мы будем обсуждать возможность изменения в конкретном пункте. Ну и что это пункт? Вот сейчас мы просим повестку дня. Рассмотреть повестки дня вопрос об изменении в каком-то пункте. Да? Потом, видимо, проект имеется. Нужно решение общего собрания. Обязательно. Внесение изменений в устав. Нет, утверждение изменений – да. А вопрос о внесении этого вопроса? Утверждение без обсуждения мы не можем. Мы сегодня не можем. Мы сегодня не можем сразу все это обсудить здесь. Вы сейчас хотите нарезать? Мы должны тоже подумать хорошенько и потом... Никто не готов, кроме вас. Можно сказать? Мы первый раз. Я предлагаю, на интернет-сайте Федерации есть сайт. Разместить информацию по предложению об изменении в уставе. Все ознакомились. На следующем собрании мы будем принимать эти решения. Да, или нет? Проект изменений, тогда есть предложение нашего члена федерации, значит, альтернативное. Проект данный, подготовленный инициативной группой, разместить на сайте и предложить другим желающим тоже предложить свои изменения в устав. И различные позиции все по этому уставу. До 20 апреля мы обязаны по уставу собраться в президиум. И на этом приступе рассмотрите этот вопрос и вынесите до конференции. Да. Необходимо собрать где очередную. Если это не будет необходимо. Устраивает? Голосуем по данному вопросу за такой порядок. Кто за то, чтобы принять предложение Шубина? Создать рабочую комиссию по подготовке. Да. Создать рабочую комиссию, пожалуйста, тоже хорошо. Делать. Это можно на президиуме сделать. Конечно. Кто против? Считает счетная комиссия. Кто воздержался? Счетная комиссия и сами считала. Вы не успели запустить? Ну, если против, можно вычитать. Проще. Против никого нет. Кто против данного вопроса? Кто против? Кто воздержался? Посчитали, кто против? Вы сами считали. Сейчас посчитаем. Кто воздержался, пожалуйста? Так что вообще забрали, там непонятно, что говорит. Непонятно, что мы голосуем. Чтобы разместить на сайте предложение инициативной группы. Вы знаете, размазать все и потерять. Потому что не все старики будут на сайт залезать. Я-то залез, а потом...
обсудить на ближайшем президиуме это предложение и принять решение. Сейчас решите, сейчас вам не нужно, можно прочитать. Так. Мы проголосовали. Проголосовали. Что не делал, так и не делает. Слушай, уважаемый, это что? Чего, ребят? Вот именно, не понятно. Все правильно. Если честно, я сам не понимаю, мы, объясните нам, может, юрист или кто нам объяснит. Вот мы хотим внести изменения в устав. Нам сейчас нужно говорить, что мы хотим, какие изменения? Мне не нужно говорить. Хорошо, когда мы сможем, когда мы устав сможем изменить? Вот по этим пунктам. Когда? На конференции. Когда мы ее назначим на конференции? Там она у нас по плану идет. Когда? То есть сейчас мы, как вы предлагаете, на сайте выкладываем вот эти моменты, которые мы хотим изменить, чтобы все могли ознакомиться. У кого там, кто не может выйти на сайт, рассылаем по почте и просто на тренерском совете и говорим об этих, да, изменениях. И на президиуме мы вносим, чтобы назначать там конференцию, и уже это изменение... Вносит или не вносит? Голосует, правильно? Хорошо. Простите, мы не имеем конференцию собрали. Будет решать проблему президиума. Это же проблема президиума получается. И президиум будет решать проблему президиума. Я считаю, что это должна решать вообще вся федерация, а не президиум. Мы на президиуме примем решение о созыве очередной конференции для обсуждения тех поправок, которые поступят все. А вот сейчас мы, если мы знаем, какие поправки хотим, мы можем это обсудить? А у нас будут встречи. Мы можем сейчас это обсудить? А сейчас все хотят обсуждать. Поправки, мы должны один раз отдаться, и все поправки. Мы не хотим услышать то, что мы хотим изменить. Это сейчас надо. Это сейчас надо. Но мы же собрались, а когда? А что вы собирались тогда? Вы сейчас должны это услышать, хоть чем делать. А потом думайте. Так, уважаемые. Коллеги, давайте попробовать наши руки. Мы... Кто часть на халяву? Не. Прошу вас. Ну, попробуем. Мы спокойно. Никого не ущемляем. Также все хотят подавать свои предложения. Есть возможность эти предложения собрать, и тогда подготовить и вынести на внеочередную конференцию. Не проблема собрать. Мы можем после чемпионата Москвы здесь собрать человека. Он требует изменения устава, но это серьезное дело, его не делать. А если вы хотите поставить себя именно вот то, что сейчас подготовлено на голосование, хорошо, давайте включим в повестку дня вопрос о готовом варианте изменений. Правильно? Вы это хотите? Все. Нет, потом разрушим вопрос, когда... Повестку пока включаем. Вторым вопросом. Получается, вторым вопросом мы включаем повестку дня. Да. Вторым вопросом, этот вопрос можно вычеркнуть. Да, это определение цели первым выдается, да. Второй вопрос. Включение по повестке нашей. Вынесение на рассмотрение президиума общего собрания. Изменения в устав, подготовленных инициативной группой под руководством Карашевской Александры Михайловны. Правильно? Мы будем голосовать. Внесение на рассмотрение общего собрания. По изменению устава. Вопрос по изменению устава. Это уже процедура. Нет, сейчас пока будет повестку дня отведен, потом мы уже этот вопрос... кто приготовил, расскажет, поставим на голосование. Если пройдет, будем менять. Кто не пройдет, не будем менять. Спокойно пойдем к этому вопросу. Еще какой вопрос? А вопрос?
А вопрос об обсуждении донесения недоверия президенту Спортивной Федерации тяжелоатлетики города Москвы по итогам работы за 2015-2016 года. Есть разные отчеты. Вы еще не слышали отчет. Разные отчеты. После отчета, конечно. Значит, уважаемые господа, я, наверное, вмешаюсь немножко в вашу ситуацию. Значит, если сейчас у вас проходит собрание, да, федерация, то она должна идти по повестке не отчетной перевыборной конференции, да, а именно общего собрания, на котором будут и могут поставлены быть вопросы, и дано поручение президиума созвать внеочередную конференцию, и когда будет утверждена уже повестка этой конференции о недоверии президента, об избрании нового руководящего органа и другие вопросы, которые, да, утверждение нового устава, да, с внесением изменений через Минюст и так далее, но это не может быть, что сейчас это превратится в абсолютное такое вот хаосное собрание. Давайте тогда, если основной вопрос все-таки стоит по одному из пунктов вот этого устава, там часть 13, пункт 3, 14, его можно рассмотреть, чтобы все проголосовали, но давайте сначала по вашей повестке вы заслушаете своего руководящего президента, он, в общем-то, легитимно избранный и так далее, сейчас не нужно. Да, и когда вы проголосуете, принимаете ли вы его отчет или не принимаете, его работа удовлетворительна или неудовлетворительна, как работает президент Федерации, тогда будет принято решение и будет создана данная рекомендация созвать внеочередную конференцию, которую, естественно, вы должны подготовить по всем пунктам проведения конференции в соответствии с уставом. Она может быть отчетной. Согласны с этим? Голосуем за данное предложение, как предложил наш Андрей Александрович. Отложите этот вопрос. Чего голосуете? За разъяснение было. Ну что тогда, просто этот вопрос не включай повестку. Согласиться. Итак, повестка дня. Итак, повестка дня. Три вопроса разные. Разные, потом, если есть вопросы, пожалуйста, включайте. Руку поднимайте и включайте. Да. Начали давайте пойдем по повестке. Два вопроса основных и разные. В разном тоже, в разном время, и подумать, что с ним делать. Они не могут сейчас по-любому голосовать, участвовать. Не оформлены их не голоса. Это заявление важно. Уважаемые друзья, данную повестку дня утверждаю. Кто за утверждение данной повестки дня, прошу голосовать. Дорогие друзья, я не понимаю. 33 человека. 33 человека пришли сегодня. Пришли, чтобы включиться в состав федерации. Чужие люди. А сегодня вам говорят, что вы сегодня не будете включены в федерацию. Почему не будете? Почему они не будут включены? Мы не говорим, что будут включены. Почему? Нужно оформить процедуру. Мы на прошлое собрание спокойно принимали новых членов федерации. Вопросов никаких не было. А сегодня почему-то мы не можем этого сделать. Значит, мы нарушали устав в прошлый раз. Сейчас мы такие молодцы, не будем нарушать. А вам вот этих людей, которые сегодня пришли, не жалко, да? Мы себя не послушаем. У нас были случаи, когда, да, у нас даже не члены федерации присутствовали, и общее собрание принимало решение их голоса принимать сведения. Было и такое. Ну, давайте мы сегодня примем все-таки состав федерации, членов федерации. Так примем, но... Сейчас мы голосуем, а вот мы это сделаем. Уважаемые господа, послушайте. Послушайте, я вам зачитаю документ вашей федерации, в которой написано пункт 4, раздел 4, члены, их права, их обязанности. Здесь написано, прием в члены организации физических лиц осуществляется на основании письменного заявления вступающего и оформляется решением президиума организации. Далее есть раздел «Общее собрание вправе принимать решения по другим вопросам деятельности организации». Что это значит? Заявление, которое сегодня подали желающие вступить в члены вашей федерации,
Эти заявления, они обсуждаются на президиуме, составляется протокол и решение президиума. Эти люди являются уже с этого момента членами федерации, уплачивают взносы, и таким образом они становятся членами федерации. С сегодняшнего момента, когда вы находитесь сейчас на собрании, они только подали заявление, но решение протокола о том, что эти люди являются членами с сегодняшнего момента, его нет. Это незаконно, это ваш устав, утвержденный Министерством юстиции. И его нужно вообще на самом деле соблюдать. Здесь сейчас присутствуют практически все члены президиума. И они своим решением могут принять эти предложения. Ради бога, заканчивается общая конференция. И члены президиума остаются, собираются. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Но из практики могу вам сказать, я принимала участие в разных конференциях, различных федераций, президиум должен был собраться до начала собрания, принять все решения и огласить на общем собрании, чего не было сделано, и обсудить повестку, которая будет утверждена, возможно, просто уже как в готовом виде. Почему это только сейчас ясно стало? Все остальное время работали. Извините, вопрос не ко мне. Вопрос к президенту федерации. Уважаемые друзья, так, все. Утверждаю повестку дня. Так, кто за данную повестку дня, прошу проголосовать. Кто за утверждение данной повестки дня? Первый вопрос. Отчет о работе президиума за 2016 год. Второе. Внесение на рассмотрение общего собрания вопроса по изменению устав, часть 13, статья 3, статья 14, предложенного Александра Михайловна. И третий раз. Данную повестку дня ставлю на голосование. Кто за утверждение данной повестки дня? Прошу проголосовать. Счетная группа, считайте. Принять члены новые, а потом уже мы будем по всей повестке дня вновь вступившими членами уже голосовать. Здесь очень много, я могу сейчас толкнуть, если сюда не будут все голосовать.
Это не серьезно, на самом деле. Либо давайте принимать члены, либо надо людей там... Да, примите члены, члены федерации нужно принять людей. 33 человека. Вы просто проявляете неуважение к людям, которые пришли сюда и здесь находятся. Уважаемые люди, которым не безразлична тяжелая атлетика города Москвы и России, почему мы хотим, чтобы принятие новых членов произошло именно до зачитывания и обсуждения отчета президента, чтобы вы тоже могли влиять на это обсуждение, потому что вы именно из мира тяжелой атлетики, потому что тот состав федерации, который сейчас присутствуют. Это люди, да, они внесли большой вклад в тяжелой атлетике, но сейчас они в этой сфере не работают. Прежде всего, наши решения должны быть именно направлены на ваши интересы спортсменов, действующих и тренеров. И те, которые сейчас пришли, 33 человека, это как раз действующие спортсмены и тренеры, которые хотят быть вовлечены в процесс принятия решения, которое именно на них и отражается. Вот в чем вопрос. Почему именно вопрос о принятии членов должен быть до заслушивания общего отчета президента? 30 спортсменов есть в юности Москвы. Если мы всех пригласим, всех пригласим. Значит, я не возражаю. Не считайте. Кто никого за уши не тащит. Уважаемые друзья, мне чем-то напоминает вот этот украинский Майдан. Что вы творите? У нас есть устав, который зарегистрирован, и которым мы должны руководствоваться. Когда будут изменения в уставе, и они будут приняты, когда мы будем руководствоваться новым уставом. И не надо здесь делать базар какой-то. И выдумывать 33, да, сегодня 33 человека, которые имеют право голосовать. Завтра будет 45. Но надо это все делать по закону, а не просто так, на горло брать. Вот надо так, надо так. Надо все делать по закону. И уважать надо друг друга. Не только тех, кто, кого мы хотим принять, но и тех, кто есть сегодня. И президиум, плохо он работает, хорошо ли, мы все вместе должны это оценить. Для этого мы и собрались. И давайте не будем превращать в базар и Майдан и делать какие-то революции. Они ни к чему хорошему не приведут. Спасибо. Я с уважением, конечно, отношусь, но когда на прошлом собрании Максиму Кудиновичу вы высказали какую-то претензию, на что вы же сказали, встали и сказали, а что мы можем сделать Максиму Кудиновичу? Что мы, какие мы можем сделать? Мы можем просто сказать, какой же ты нехороший человек. Нам сейчас сказать, Максим Кудинович, какой же вы нехороший, ну продолжайте дальше работать. Я никогда не отказываюсь от своих слов. Да, тогда на собрании я сказал, что в данный момент мы единственное, что можем ему вынести общественное порицание и сказать, сука ты. А почему мы не согласен? Я это знаю. Поэтому я тебе говорю, не было принято никаких решений. Сейчас мы хотим принять какие-то решения. А для того, чтобы принять решение, нужно все сделать по закону и принять это решение. Надо просто оценить. И все, никаких проблем, конечно. Поэтому мы это и хотим сделать. Если мы вот так договоримся, приглашать людей, здесь сколько можно людей приглашать? Я тоже могу сейчас позвать, подождать, пока мои придут, чтобы 50 раз. Но нет доводов, поэтому... Это что за? Все спортсмены! Ничего против не имею! Ничего против не имею! Спортсмены сюда должны!
Я ничего против них не имею, но давайте соблюдать устав. Вы думаете, что я помню, что вы не можете? Оформим тексты, заявление, как полагается, протокольно. Включим члены федерации, пускай мы там должны. А по поводу вашего удовлетворения, вы вправе поставить вопрос здесь, заявление тоже. Вы могли поставить вопрос не раньше, на любой конференции. Кто за это держится? Халат еще. 77 членов федерации. Это собрание 77 членов. Общие. Они готовы. 75 членов федерации, которые действующие. Но мы не отдали. Максим Владимирович, можно сказать? Я еще раз говорю, если получается, что у нас есть 33 человека, которые нелегитимны, как мы будем подсчет голосов? У нас что, счетная комиссия знает каждого лицо, кто здесь, допустим, член федерации, кто меньше? Да. Либо тогда эти люди должны уйти, либо мы принимаем член. Но, я еще раз говорю, здесь все из вас сидят те, кто на прошлой конференции, каждый из вас, голосовал в начале каждой конференции, каждого собрания за принятие в члены новых членов. Каждый из вас здесь, кто сидит, не был против ни разу, вы тоже в том числе. Каждый, ни один из вас не сказал, ребята, будем работать по закону. Ни один. Ни один, я еще раз повторяю, каждый, кто здесь сидит. Давайте сейчас соблюдаем просто хотя бы к людям уважение, которые здесь находятся. И примем члены. Ответьте, пожалуйста. Вы сейчас о 33 голосах говорите? Да. Значит, доводов нет ничего против президента, кроме собрать 33 голоса. Вы даже не сказали, что имеете в виду. Кто решил? Есть отчет. Отчет обсуждается. Нет, давайте мы еще поставим вопрос о недоверии. Мы всегда... Вы от меня это недоверие слышали? Я вам еще раз повторяю. Мой вопрос... Вы громко такой, говорите, я одного... Да, вы, наверное, должны меня слышать. То я один вопрос-то говорю. Надо принять члены тех людей, которые написали заявление и которые сегодня пришли сюда первый раз на собрание. 20 лет у нас. Все остальное, ради бога, будем разбирать уже потом. Вот я вам еще раз. Хорошо, следующее собрание я приведу без колледжа. 2000 человек. У вас есть голос? Включены все голосования. Ради бога. Какие проблемы? Максим Владимирович. Дело не нет, перешли. Да, уважаемые коллеги. Такая штука, что в компьютере моей фамилии нет, я написал заявление по новому. Вот как считать, не член федерации или должен вступать? Я согласен. Это первое. Второе. Общее собрание – это высший орган, который полномочен решать любые вопросы. Никто не мешает сейчас проголосовать, имеющимся тем более форум есть, о принятии написавших заявление члена федерации. Вопрос решен. Давайте, список. Внимание. Ну что тогда, есть предложение Смолова принять всех членов федерации, которые сидят, которые мы еще против не имеем. Давайте я зачитаю список. Давайте. Список зачитываем? Ну как зачем? Общее собрание должно знать, кого он принимает в члены. Кандидаты в члены должны все-таки как-то отойти от тех, кто будет голосовать.
чтобы подсчет был 75 человек, которые здесь присутствуют, чтобы подсчет был абсолютно верный. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я как член Федерации, я хочу все-таки персонально не просто зачитать, а чтобы мне какую-то маленькую дали характеристику. Потому что это дело очень серьезное, стать членом Федерации Московской и иметь потом право голоса. Потому что мне, например, я сейчас услышал, что здесь сидят люди, которые не работают в тяжелой атлетике. А все, кто пытается вступить, вы сказали, да, что они все вот из тяжелой атлетики прямо от корней. А часть сегодняшних членов не имеет никакого отношения к тяжелой атлетике. Другая формулировка и смысл абсолютно другой. То есть я вас не понял. По смыслу, вот я как член Федерации вношу предложение сначала разделить, поддерживая Сафонова для того, чтобы было нормальное голосование, оставить 75 голосующих членов Федерации, затем пройтись по списку. И если у кого-то будут вопросы, а у меня есть вопрос, потому что я не знаю людей, да, я попросил дать какую-то характеристику. Замечательное предложение. Предлагаю голосование. Не надо рассаживать. А когда голосование по вопросу, просто называется фамилию, да, за, против, был. 70 человек мы потеряли. Сколько человек у нас там время написали? 34 человека. 34 человека. У нас в стране, даже в любой некоммерческой и политической партии, когда есть члены, в каждой партии у нас есть члены любой, при вступлении в любую организацию политическую или некоммерческую существует испытательный срок. При вступлении, просто заявление, после чего даешь либо месяц, либо полгода. Люди смотрят, человек участвует вообще в деятельности Федерации или нет. А потом уже он принимает. Никто никого не знает. Я первый раз вижу этих людей. Да. Простите, пожалуйста. На предыдущих собраниях абсолютно по-другому велся прием членов Федерации. И испытательный срок должен быть прописан в уставе. А в уставе не прописан. Если вы общитесь в Федерации, пора не исправлять. 75 человек прошу остаться. Вот в этом прошу. 75 человек, кто член Федерации, должны проголосовать за этот вопрос. Все. Вопрос. Так. Мы уже голосовали от Владимира до президента. Ну, опять же, поднимать. Да, опять. Нет, Значит, относительно приема новых членов. Было предложение, персональное. Принять эти заявления и обсудить в разном, как для поручения президиума. Тогда они не участвуют в отчете. Почему они все наши члены? Вы начали еще человек. Есть спортсмены, которые начали. Все 300? Все 16? Так. Уважаемые коллеги, значит, давайте все-таки соблюдать устав и проголосуем. Есть предложение? Какое предложение, Сан Саныч? Шубин, ваше предложение какое? Как голосовать? Предложение. Внесение в порядке дня испытательный срок для новых членов президиума. Это внесение изменения в устав. Так, повестку дня мы так и не утвердили, да. Давайте мы все-таки повестку дня утверждать будем. Иначе мы двинемся с места. Разом будет. Да? Так, ставлю на голосование. Давайте фамилию объявите, пожалуйста, всех новых членов, кто рекомендует инициативную группу. Валерий Александрович. А что ставить? Спортсмен, мастер. Вот можно вас попросить? А зачем? Не-не, вы чем занимаетесь вообще в Москве? Мастер спорта России по тяжелой атлетике. А где вы занимаетесь? Он студент наш, то есть президент Федерации знает своих спортсменов.
Еремин Дмитрий Александрович. А почему вы вопросы не задаете по Еремину Дмитрию Александровичу? По теме вы заданы. Да. Ну я знаю его. Ну а своего спортсмена вы не знаете. Так, ну давайте так. Да. Хорошо, список, список. Ершов Данил Андреевич. Асмолов Сергей Юрьевич, садитесь. Хрулев Михаил Константинович. Гаджиев Руслан Сергеевич. Туйкин Никита Александрович. Какой Юрий Александрович? Мельник Злата Михайловна. Кондрашова Яна Васильевна. Ворон Алексей Алексеевич. Назарова Надежда Николаевна. Коновалова Юлия Владимировна. Харченко Виктор Сергеевич. Дубенчук Алексей Владимирович. Ледовская Ирина Вадимовна. Бабаева Мия Вадимовна. Шальнов Игорь Станиславович. Чуйков Эдуард Витальевич. Арташов Иван Алексеевич. Ковалев Роман Александрович. Каймакова Рушания Данияровна. Дементьев Вячеслав Николаевич. Михайлов Лев Александрович. Замков Виктор Владимирович. Марушина Ирина Юрьевна. Соболев Александр Андреевич. Дренкова Майя Алексеевна. Кульбашев Махмуд Назирович. Никоноров Леонид Александрович. Беззубов Антон Александрович. Жарикова Ольга Николаевна. Ершов Владимир Александрович. Ташкоев Магомед Амирович. А Жарикова? Да, Ращенко, да. Где работает? Можно? Ершов, я вот его не знаю, он тоже... Ершов, вы откуда, уважаемый, можете сказать? Кто это?
тяжелой атлетики. Откуда? Педагогический институт физической культуры. А, это... Нет, я его не знаю. Комедия же, комедия. Комедия. Что, еще штангист? Уважаемые друзья, я очень коротко два слова хочу сказать про складывающуюся ситуацию на собрании, на конференции. Вот я сегодня пришел для того, чтобы послушать отчет и некоторым образом поучаствовать в том, чтобы поговорить о перспективных планах на 2017 год. Потому что перед тяжелой атлетикой, в целом и московской в частности, которая является большой частью и одной из самых успешных частей тяжелой атлетики России, стоит сегодня задача не просто сохраняться, а развиться. Все вопросы, которые мы сегодня в повестку дня выносим, они процедурные, не имеют ни малейшего отношения к развитию тяжелой атлетики. Они имеют отношение к тому, кому высказать вотум недоверия, на кого заменить. Они имеют отношение к тому, чья возьмет, старых или молодых, но я точно уверен, что никакого отношения к честному, беспристрастному разговору о развитии московской тяжелой атлетики это никакого отношения не имеет. Если так хочется поменять структуру управления видом спорта в Москве, друзья мои, кто же мешает всем тем, кто является членом федерации, в спокойном, не скандальном, скандалов у нас уже, вы прекрасно знаете, было более чем. Вот на федеральном уровне мы вроде бы пара выпустили, и в свисток свистнули, и паровоз пошел. Вопрос только, а развитие-то есть? А хотя бы намек на то, чтобы какой-то комплексный подход к этому сделать, имеет место быть. Вот на уровне Москвы мы должны создать пилотный проект того, по которому вся Россия должна тяжелую атлетику развивать, а не мериться здесь, у кого больше членов федерации, извиняюсь за моветон. Нельзя так, друзья. Но уже мы показали много раз, что, к сожалению, вид спорта самых сильных людей почему-то изнутри настолько поражен разнособойщиком, междусобойщиком. Это стыдно, понимаете? Я пришел сюда работать. Я, несмотря ни на что, развиваю и развивать буду тяжелую атлетику. Я, несмотря ни на что, в той инфраструктуре, которая лично мной создана, ни от кого не зависит, буду развивать приток в тяжелую атлетику и молодых, и всех возрастов. Об этом говорить надо. Пусть мне скажут, с какой программой деятельности люди хотят объявить вот им недоверие. Если их желание сменить человека, давайте это обсудим, но в установленном порядке. Если вы думаете, что кто-то держится за эти властные полномочия, а власть-то о чем? Власть, чтобы ходить не за кулисами, снимать тренера сборной Москвы, нашептав на ушко? Власть о том, чтобы поделить ставочки? Развитие где? Кто и чем этим будет заниматься? От того, что некие активные деятели, зарекомендовавшие себя рабочими лошадками тяжелой атлетики, знают, как внести изменения в устав, развития тяжелой атлетики не будет. Это уже проходили и в тяжелой атлетике, и в других видах спорта страны.
Поэтому я унизительно вас прошу, не хотел я эмоции добавлять, не хотел скатываться на эмоции, но, к сожалению, я просто чувствую, в воздухе витает не тот настрой, не рабочий, а абсолютно политесный, интриганский. Этого дерьма у нас с избытком. Давайте не будем этого подбрасывать. Рассмотрим сегодня в установленном порядке ту повестку дня, которая была анонсирована и под которую сюда пришли люди работать и обсуждать. Есть пункты разные. В разном можно внести те вопросы, которые не требуют тяжелых процедурных голосований, процедур предварительного прохождения кандидатуры и так далее. Что нам мешает принять решение о созыве конференции в любые установленные сроки, в которые конференция посчитает нужным это принять? Торопимся? Торопимся куда? Или к чему? Это все абсолютно спокойный рабочий разговор. Тут нет предмета для обсуждения и такого скандального затягивания рассмотрения вопросов. Послушаем отчет, поговорим о перспективах, поймем, сумеем ли мы эти перспективы реализовать с действующим руководством, подумаем, какие изменения внести. Работа, друзья мои, но не скандал, не вот эта инсинуация, которая просто делает атмосферу вот этого соревновательного помоста, просто отвратительно. Давайте работать. Давайте работать по той повестке, которая была предложена. И в рабочем порядке, в разном, обсудим внесение либо будущей конференции, либо то, что можно рассмотреть сегодня в спокойном режиме. Но один вопрос у меня лично. Если люди инициировали вопрос о вотуме доверия президенту Федерации, это означает, они, по сути, инициируют вотом доверия всем тем, кто входил, так или иначе, не знаю, президиум или не президиум руководства Федерации. У меня возникает вопрос. Для того, чтобы работать и развивать тяжелую атлетику, я должен выйти? Я выйду. Не вопрос. От этого не изменится мое отношение к тяжелой атлетике. Но если будут выходить те, кто в состоянии реальной работы, вы с кем останетесь? Если все, кто вот так же отнесутся, если кто-то считает, новый руководитель придет, вот этому объекту недоверие, а все остальные как должны к этому отнестись? Поддержать новых? Быстро переметнуться и перекраситься? Или как? Тогда давайте ставить вопрос о вотуме доверия всему президиуму Федерации, так будет честно. А то у нас на федеральном уровне один ушел по собственной инициативе, другие быстро подхватили, потом признали его работу удовлетворительной, теперь пожали медаль за счет, который при его руководстве был сформирован в базе своей. Красавцы! Давайте не повторяться. Давайте работать. Уважаемые друзья, я не хочу здесь свою власть президента какую-то смуту заводить. Давайте поставим на голосование принятие вот этих членов Федерации. Эти люди мне не вызывают никакого отторжения, я не вижу никаких врагов. Значит, давайте поставим на голосование вопрос о принятии, тем более, что для меня нонсенс, что Воронов сейчас должен приниматься. Воронов уже 20 лет в Федерации, 90 год этим работает. Как-то список выпал из списка. Есть много моих студентов, они тренировались там полгода, да? Завтра они бросят тяжелую атлетику. Они являются, зачем они нам в тяжелой атлетике, на послезавтра и так далее. Это тоже есть вопрос. Поэтому надо, если мы входим, тогда они должны служить тяжелой атлетике. Давайте так. Давайте мы соблюдем такую вот вещь. Мы пойдем поименно и все-таки спортсмена не будем впутывать в эту деятельность. Есть предложение. Вы не возражаете? Они будут спортсмены. Действующие спортсмены. Потому что... За каждого. Это долго будет.
Ну, спортсменов уже много, приносите. Давайте вы весь этот уговор, все спортсмены. Цель какая? Еще раз. Сколько у вас спортсменов еще не приехало, когда пришло с уговора? Все зовите сюда сейчас. Почему? Давайте вы не едете мне все. Это те спортсмены, которые оказывают помощь в организации соревнований. Ну, много спортсменов сейчас, вы даже уволитесь, запас еще 100 осталось. Давайте всех уволиться. Дмитрий Владимирович, вы можете сейчас дальше идти на компромисс. Я предлагаю сейчас спортсмену отложить, не трогать спортсмена, пускай занимается спортом пока. Когда закончит, будет федерация. Федерация, это все. Я тоже был спортсменом. Когда я был спортсменом, я не выходил в никакую федерацию. Извините, можно небольшое объяснение по поводу спортсменов и не спортсменов? Так, уважаемые друзья, я предлагаю вам. Каждого надо осмотреть, что же. Ремарочку небольшую по поводу спортсменов. Здесь в списке те спортсмены, которые уже непосредственно вовлечены в жизнь федерации. Они проводят соревнования, в том числе всероссийского уровня. Они принимают активное в этом участие. То есть они уже показали, что после занятий спортом они останутся в тяжелой атлетике. Почему вы их не хотите, если они уже начали работать? Завкафедра не знает этого спортсмена. Нет, давайте голосовать покажем. Преподаватель. Значит, все-таки да. Давайте, уважаемые, голосовать. Все-таки 75 голосующих должны остаться вот. Да, в центральной трибуне будут выбежны. А остальные, которые не вошли в число голосующих, прошу вас пока, вот эти 37 человек, 35, прошу вас пока отойти на ту трибуну, а? Или Максим, ну проще, а? Хотя мне вот ворона непонятно, почему мы считаем, что ты рад, не понятно. Роман, архив где? Да, и да, Ворона, Ворона, вы для меня всегда член федерации. Нет никаких вопросов. А кто член федерации? 75 человек пришло сюда. С голосом. Василий! Сергей Александрович! Ну так не проведем конференцию сегодня. На центральной трибуне прошу тебя всем, кто имеет право голоса. Центральное и правое, пожалуйста. Да. А все остальные почему-то до сих пор. Миша Бурлов не член, почему-то вот Смол не член федерации. Есть, конечно, но... Надо прийти и сесть вместе с нами. Главное, разобраться в архиве, если он зашел 5 заявлений, а где эти 5 я вам отдавал? Ну, ладно, давайте, значит, давайте посядем и проведем список нарядов. Я думаю, что большинство у них уже сына. Также Миша Хрулёв давно сын был там. Его замены в этом месте. Максим Ильич, давайте. Да. Да. Значит, сейчас объявляю список 35 человек. Будьте любезны, пожалуйста. Уважаемые коллеги, минуточку внимания. Я называю фамилию, вы поднимаете руку. Я сейчас зачитываю присутствующий список, список присутствующих членов Федерации, именно членов Федерации. Абдулмеджидов Максим Агудинович. Берестов Дмитрий Владимирович. Скольников Александр Михайлович. Скольников Виталий Федорович. Юров Валерий Викторович. Казаков Юрий Анатольевич. Казаков Юрий Анатольевич. Беляев Василий Степанович. Макаров Сергей Владимирович. Очичаев Ахмат Адамович. Иванюк Виктор Владимирович. Евсеев Михаил Александрович. Смирнов Вячеслав Евгеньевич.
Крачаровского Владислава Михайловна, Тушев Юрий Ласлович, Орехова Людмила Валерьевна, здесь, Кондратьев Юрий Григорьевич, Кондратьев здесь? Скажите, он здесь, нет? Зданович Ирина Борисовна, Михайлова Галина Владимировна, Сейфудинов Шахбуба, Шевченко Юрий Николаевич, Зимин Юрий Андреевич, Панталов Борис Юрьевич, Чужин Александр Васильевич, Михайловский Виталий Иванович, Хрущев Дмитрий Николаевич, Бусыгин Юрий Яковлевич, Иванов Лев Григорьевич, Маслов Николай Алексеевич, Радаев Сергей Борисович, Федулеев Игорь Михайлович, Чарин Виктор Михайлович, Вельховский Владимир Яковлевич. Все, приняли. Нуждин Александр Иванович, Нуждин Павел Александрович, Абдулмеджидов Артур Максимович, Кляцкий Юрий Игнатьевич, Радьков Владимир Дмитриевич, Велизарьев Игорь Владимирович. Ой. Козин Юрий Евгеньевич, Котенков Борис Константинович, Сконников Михаил Александрович, Калинин Михаил Владимирович, Малиев Гасым Габибулахович, Смосин Владимир Николаевич, Терешков Валерий Иванович, Шубин Евгений Вячеславович, Сергеев Павел Феоктистович, Шиповалова Полина Геннадьевна, Хачатрян Гиша Гравникович, Смородов Игорь Павлович, Тарненко Валерий Александрович, Сусликов Артем Николаевич, Джафаров Рауф Алисафаглы, Никитин Игорь Иванович, Черногоров Дмитрий Николаевич, Еремин Сергей Александрович, Безбородов Алексей Александрович, Дмитриев Александр Вячеславович, Иваненко Павел Николаевич, Перфидов нет, да? Аганазов Тигран Леонович, Овчинников Тимур Викторович, Сафонов Владимир Евгеньевич, Жилов Геннадий Александрович, Князева Ольга Васильевна, Касьянова Валерия Валерьевна, Гудков Игорь Владимирович, Тарасов Константин Германович, Петров Александр Александрович, Соломатин Александр Олегович, Каракчеев Чумбрий Кушутович, Сенаторова Светлана Владимировна, Алексеева Ксения Витальевна, Федосенко Артем Викторович, Кольцов Владимир Семенович, Прохоров Дмитрий Владимирович и Зенков Алексей Владимирович. Всех назвала? Уважаемые друзья, слышно, да? Уважаемые присутствующие, которые написали заявление, я выражаю вам полное уважение, я всех почти вас знаю, особенно главного бухгалтера, который мне помогает в ведении финансовых дел, Злату Михайловну. Значит, при всем уважении, давайте мы поставлю голосование, не подумаю, что я против вас. За вас большая часть сейчас, по идее, мои сторонники, я это вижу. Поэтому я вас, не то, что я боюсь какого-то импичмента, просто вас попрошу с терпением отнестись к правилам устава. Поэтому я поставлю на голосование, как по уставу положено. Какое решение будет принято, вы не обижайтесь. Спасибо.
Уважаемые друзья, чтобы нам вести собрание дальше, значит, было предложено данное заявление, я уже принял. Обязуюсь до 20 апреля, согласно уставу, раз в 3 месяца, может даже и раньше, в ближайшие 20 дней, соберу президиум. На президиум мы это рассмотрим, мы вас всех пригласим. Лично на ваш телефон, если я займусь. Значит, поэтому я ставлю на голосование такой вопрос. Данное заявление принять к сведению и рекомендовать президиум для рассмотрения и оформления документов. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Первоначально было другое предложение. Было принятие, подождите, перед этим было предложение принять или не принять. Мы передаем на президиум голосование. Перед этим было предложение принять или не принять. Максим Ильич, вы опять своего лечите. Мы не можем их ставить принять или не принять. Можем. Не можем. Мы рекомендуем, значит, я ставлю на голосование, рекомендовать президиум, рассмотреть вопрос об этих людях и в спокойной обстановке принять этих людей и оформить членство нашей федерации для работы. Значит, поэтому прошу вас проголосовать за данное предложение, чтобы получить президиуму оформить членство этих людей. Все уважаемые люди, говорю, прошу голосовать. Кто за данное предложение? Что это комиссия дает? Президиум принимает. Молчи. Почему? Потому что это серьезное закрытое голосование, должно быть в бюллетене, никому ничего заниматься.
Прошу, прошу утвердить форму голосования открытой. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Открытая форма голосования. Итак, первый вопрос. Я начинаю доклад. За докладчиком прошу готовиться.